Посмотрите, как он ее. Любит мамусю свою. Молодой голубок маму свою любит, как. Что-то ее поклевывает, там причесывает, или что он ей там делает. Пищит. Мама текает уже от него, а он дальше пищит. О, мама не выдержала, все, ушла от него. О. О, то тут их трое, там и папа. Вон, папа сидит, кричит. Отец. Гуля. Тут свои, не переживай. Все семейство в сборе. А еще один малыш должен быть, их двое. Папа, красавец. О, глава семьи на месте. Вот он. Молодцы, вы нам доверяете, мы вам тоже. Такое семейство у нас прямо над входной калиткой. Сделали гнездо, вывели двоих птенцов и воспитывают тут на ореховых ветках, в ореховой кроне. Вон какой красавец папа. О, доверяют, говорят, значит. Там мама. Фух, жарко. Прячется в листьях. Вот. В листьях ореха прячется. Где ж ваш второй? Не видать? Куда вы его? А может, он не ходил? Вот такой желторотик. Согнал родителя и сидит себе довольный. Родитель сидит на соседней ветке и охраняет его. Смотри. Так что ставим лайки голубочку, голубиную лайку. И подписываемся. Всем пока.